Всем привет! С вами канал Артмания, и мы с вами находимся в парке Гагарина. Здесь собачка ходит с ошейником. Парк Гагарина. Как я вам вчера и говорила, что я хотела попасть в парк. Приехал я сюда на такси. На автобусе не стал ехать. Думаю, народ, коронавирус, зацеплю, не дай бог. Переплачу. За 130 рублей доехала. Надеюсь, что там Яндекс.Такси был тоже 130. И Ситимобил. Я подумала, что на Ситимобил будет дешевле. Нет, такая же цена. Ну ладно. Еле доехала в маске. Это вообще. Я так укачала сильно вообще. Кошмар. Так плохо. Собачка идет прям, как будто со мной гуляет. Люблю гулять с собаками. Но своих не было никогда. Да? И такой мордясик. Такой красавчик. Подтянутый, такой красивый. Наверное, здесь он охраняет местный песик. Посмотрите, как красиво. От меня не отходит. Там у нас где-то озерцо должно быть. Подвезли меня с другого входа. Я же испугалась, думала, говорю, меня куда везете, другой вход, что ли? Ну да. Говорит, а то там пробки, меня стоять не хочется. Говорю, а то я думала, не в ту такси села. Я номер такси-то не смотрела. Просто смотрю, стоит перед подъездом, зашла и села. Как красиво, смотрите, в парке. Шумно, правда. В лесопарке было бы красивее. Такое прям все зебристое. Солнышко. Всех обнюхивает там. Тоже тяжело ему жить, наверное, на улице. Стройненький такой, прям подтянутый. Лег. Лёка лежит. Ты ко мне только не привязывайся, собаки. Мне потом в магазин еще идти. Я тебя домой забрать не смогу. У меня дом малыш маленький. Я чувствую, ты уже привязался ко мне. Я тебя даже не гладила ведь. Так, кушать тебе не дам. Ах, ты меня сам решил погладить, да? Носит он своим. Ах, ты меня не гладил, я тебя поглажу, да? Жалко, что здесь шум дороги. А так прям... Птички, кстати, по здесь, кстати, по-моему, еще где-то белочки должны. Но я вообще ничего не взяла. Там ворона, кстати, копошится. Песик, смотрите, все ждет. Все ждет и ждет, стоит. Где-нибудь тут надо будет свернуть мне, наверное. Это я. Раньше, кстати, когда-то здесь было все заросшее кустами. Это у нас парк Гагарина. Кустами вот это вот все было прям большими кустами заросшее. Зона такая, здесь постоянно пьянки были, гулянки, там кошмар был. Я помню, у меня подружка до этого как-то с папой приходила только на каруселях кататься, вот там они подальше, сейчас мы дойдем до туда. Вот. А чтобы вот так прогуляться по нему, я никогда не гуляла. Подружка пригласила на 1 сентября, что ли, сейчас не помню.
Я увидел весь этот кошмар. По каким-то кустам с ней шли. Непонятно зачем и куда. Что-то там проходили. Был просто, просто ужас был. В начале хода там... Там, наверное... А, ну мы с вами там будем выходить, скорее всего. Я покажу. Там тоже было все засрато, все... Какие-то деревья стояли, там какие-то люди сидели, чего-то делали. Милиция ходила, их гоняла. Был просто кошмар. А потом вот все, все порубили, срубили, сделали красоту. И вот так теперь у нас стало красиво. Здесь тоже были вот такие деревья. Тут, кстати, есть дерево самое старое. Что-то там 300 лет, что ли. Собакин, ты иди своими делами занимайся. Делами занимайся своими. Мне, конечно, приятно, что ты со мной ходишь. Нет, опять идет. Собаки. Вот там видны уже карусели. Я вышла. А, он там начинается, наверное. Озерцо. Здесь, кстати, довольно много снега. В городе у нас меньше. Там. А, ну сейчас я с той стороны обойду. Народу нету. Елочки, кстати, вон. Пойдем, наверное, с вами прямо, что ли. Дорога-то. Здесь какая-то полянка. Я думала, это... Это полянка. Не помню, кстати. А? Птичка какая-то. Собаки нашел, пошел дальше своими делами. Потерял. Здесь какая-то полянка. Что тут за полянка странная? Сейчас надо там дорогу есть. Здесь может какой-нибудь карсинг был.
колеса обозрения почему-то сняты. Видимо, чтобы не лазили штуки. А здесь вот детская. По-моему, даже советских времен. Зимой как-то мне совсем непонятно, где я нахожусь. Совсем-совсем непонятно. Советских времен, смотрите, осталось. Я думаю, сейчас уже ничего не осталось. Детская каруселька, мне кажется, она даже не работает, наверное. Для ребенка маленького на ней кататься будет казаться, как будто она очень-очень высокая, большая. Да? Там даже птички. Утаскивают друг у дружки еду. Прям с ромашками. Раньше делать умели. Кто вспомнит, катался на такой в ваших парках, в ваших городах? Наверняка такая тоже есть. Пишите в комментариях, кто на такой катался. Также напишите любимую карусельку свою. Сейчас мы с вами с другой стороны обойдем. Обойдем, наверное, вон там он, что ли. Там вон собачка. Какая-то странная. Вот хозяин, женщина с ней гуляет. Собачка плохо бегает. Так, нам надо. А, мы сейчас вон там с вами пройдем. Я в куточке, кстати, никогда не ходила здесь. И эту карусель я тоже здесь вижу первый раз. Обычно мы вот там ходили. Здесь елочки растут. Здесь красиво. Кстати, тепло очень. Вчера еще вот мы гуляли. Вчера мне прям рука замерзала держать камеру. Сегодня теплее. А, вот тут я, кстати, вспоминаю. С центрального хода, когда идешь, проходишь. Здесь моя любимая каруселька Орбита. Орбита. Я ее с детства прям вообще так любила. Я помню одно время с папой, когда ходили сюда, мама запретила мне кататься на ней по каким-то своим причинам. Я помню, как папа, нет бы тебе, мама запретила кататься на ней. Ну, папа, ну один разочек только. Мне так она нравилась. Не знаю, по каким причинам мама запретила. А потом, я помню, мы в Отрадно приехали с Женей. У них тоже такая же орбита есть в парке. Поскольку город маленький, то там она стоила на 50% дешевле, чем здесь. Помню, что-то рублей 30, что ли. А здесь рублей 60-70, что ли, что-то не помню, как-то так. Я помню, 3 билета купила и долго-долго каталась на ней. Потом ее в Отрадном разобрали. Никто там не ходит, никому парк не нужен. Решили избавиться от каруселей. Что они там место занимают? Не знаю, когда я теперь на ней прокачусь.
с этими коронавирусами всякими. Жизнь меняется. С ребенком могла бы сходить сюда. Не доедешь, не придешь. Прям все сложно совсем. Не знаю, надеюсь, следующим летом мы с Димочкой сюда придем. Покататься на каруселях. Он еще ни разу в таких местах не был. Как раз ему будет 4 годика. Как смотрите, уклеивают пищевой пленкой. Не пищевой, просто пленкой. А здесь тир. Тир, кстати, я обожаю стрелять. У меня, по-моему, по основам военных знаний была 5. Прям вообще их очень люблю. И оружие всякие. Я помню, как с длинными ногтями. У меня ногти по сантиметру были длинные. Разбирала, собирала оружие. Я помню, учитель мужчина был. Все время удивлялся. Блин, Наташа говорит, ну как так? У тебя такие длинные ногти. Как ты так умудряешься? У некоторых девчонок там вообще нет ногтей, они ноль. Не могут ничего. Говорит, а тебе, неужели они тебе не мешают? Я говорю, да нет, я уже привыкла. Они еще у меня были какого-то такого химического цвета. И что-то покрасить сначала синим, потом каким-то еще сверху цветом. Короче, у меня получился какой-то химический цвет непонятный ногтей. Говорит, какой будет у тебя химический цвет. Моя собачка, наверное, нашла хозяйку, ушли они. Как солнышко светит классно через деревья. Видимо, убрали каютки вот эти вот, чтобы не лазили. Зимой же лазают пацаны молоденькие, падают потом. Здесь вот карусельки. Сейчас мы с вами туда пойдем. Сейчас я вход найду туда. Есть кафе. Веранда. А я думала, Вера, что называется. Мне кажется, веранда. Такой здесь запах. Вот тут прям сосенки пахнут так. Я надеюсь, что вам передался запах сосенок. Если у кого есть аромалампа с запахом сосенки, включите. Перед носиком сейчас вообще будет замечательно. Сидите там в тепленьком одеяльчике, укутались чаем, чашечкой. И смотрите мои ролики. Стараюсь для вас записать все. Потихоньку, не спеша. Обычно вот идешь не спеша, записываешь. Домой приходишь, начинаешь монтировать, а там как будто я бежала. Там уже дороги мы с вами подходим. Сейчас свернем где-нибудь. Тут какие елочки друг за дружкой стоят. Здесь вот такой зоопарк, по-моему. Помнилось мне в этом круглом здании. Вот еще, да, прям снег, смотрите, лежит на асфальте. Вчера мы с вами гуляли, у нас в городе нет такого. Откуда он здесь взялся-то? Здесь как смотреть красиво там. Там дорожка есть. Ну ладно, пойдем.
хулиганки гуляют с мальчиками здесь. Здесь вот, кстати, церковь. Не церковь, а как ее? Мечеть, по-моему, что ли. Красиво отсюда смотрится. Только тир мешает. Классно. Жила бы я здесь рядом, я бы каждый день сюда гулять ходила. Просто вот пройтись, подышать свежим воздухом. Вообще прям классно было бы. Елочки здесь. Обожаю, кстати, елочки. А вот эта, кстати, елочка желтенькая. Мы с вами ее на даче видели. У нее очень мягенькие иголочки такие. И много-много шишек. И оказывается, она желтеет. Я даже не знала. Какая-то елочка такая особенная. Вот они вышли, мы с вами на мечеть. Плохо ее видно. Она, к сожалению, стоит в таком месте, что ее со всех сторон плохо видно. И с одной стороны ее толком не разглядишь. Тут деревья мешают. С другой стороны дома мешают. С третьей стороны еще что-нибудь мешает. Собачка моя уже, оказывается, туда ушла. Меня она увидела. Но ушла туда. Кто-то ее погладил. Мама с дочкой. И она за ними пошла. Ну, так вот, наверное, песик потерялся, наверное, и ходит за всеми по городу. За знакомыми запахами. Я думала, он здесь охраняет, потому что с ошейником. А в итоге он просто пытается найти своих, наверное, хозяев. Он такой ухоженный, по-моему, мне так показалось. Худенький, ну, не настолько худой, как бывают. Ой, какие запахи. Я очень надеюсь, что вы со мной хорошо проводите время. Там, кстати, зелень какая-то подозрительная лежит. Кусты какие-то зеленые, смотрите. Что это такое? Ух ты. Кустики зеленые. Как далеко находится. Ладно, пойдемте с вами дальше.